Сильные духом и физически. В микрорайоне Сходня прошли самые мужественные соревнования. В турнире по греко-римской борьбе встретили 123 юных борца из Москвы и области. Развивает и силу, и гибкость тут тоже развивает, и характер. Говорят, лучше отдых от умственной работы, это физическая, и вот борьба как раз мой отдых. Турнир проходит ежегодно и посвящен основанию школы греко-римской борьбы в микрорайоне Сходня. Начали мы этот турнир с 45-летия нашего зала борьбы. И, соответственно, вот теперь традиционно каждый год мы проводим эти соревнования. Через 2 года у школы юбилей. Турнир, приуроченный к 50-летию, обещает быть еще более зрелищным и массовым.